еще одного замечательного ученого, звали его Фаренгейт, который изобрел термометр. И изначально он предполагал, что этот самый термометр будет использоваться для измерения температуры, температуры воздуха за окном, чтобы знать, как одеваться, выходя из дома. Или можно засунуть его в кипящее молоко, чтобы узнать, скипело оно уже или нет. Когда он показал свое изобретение Шведской академии наук, почему-то академики скептически к нему отнеслись, не поняли, зачем это нужно, и, в общем, в довольно грубой форме объяснили Фаренгейту, куда ему следует изобретение засунуть. Что, собственно, навело его на мысль, что можно с помощью градусника измерять температуру человеческого тела. И вот после этого изобретение действительно оказалось чрезвычайно востребованным и полезным. Образом, действительно, взаимодействие с другими людьми может привлекать нас. Что может мешать творчеству?